Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку за серию Мазин Хлеплей, первую серию, Муникс Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мани при регистрации. Итак, сегодня у нас новая серия, пацаны, сегодня будут ответы на вопросы в начале видео, потому что я чисто физически не успеваю, но через две серии я отвечу на все ваши вопросы, так что можете писать их под этим видео, также под предыдущим видео я тоже потом прочитаю все ваши вопросы, потому что я сегодня хочу записать много серий по Амазингу и также их выложить, чтобы вам было что смотреть. И пока что у меня идеи есть, и поэтому я хочу побольше видосов снять, поэтому я думаю, вы меня поймете. Ну что ж, погнали, сегодня у нас такая будет тема, то что я сейчас пойду в Батырево, устроюсь в АО, точнее пойду в АО, устроюсь таксистом и будем таксовать на Ламбе. Также, если вам понравится эта серия, так как я таксую на лампе и буду возить рыжиков, то можно будет то же самое повторить с монстром. Поэтому все зависит от вас, 100 лайков и выходит новая серия. Все, погнали. Итак, вот я уже приехал в администрацию области. Давайте устроимся таксистом. С третьего уровня доступно. У меня 40 уровень, мне в принципе хватит. Так, все, устроились. Погнали, теперь берем машину, едем в таксопарк и устраиваемся на работу. Так, вот мы на месте. Я думаю, самое ближайшее место это здесь, в принципе. Такси Батырева, кстати, это я его вхостил, если что. Нет товаров. Окей, поехали тогда в Арзамас. Хрен с ним. Так, давайте устроимся сюда. Думаю, здесь мы сможем это сделать. Фух, так, 500 рублей. Устроиться. Все, теперь мы можем таксовать на своей машине. Окей. Так. Закрываем. 50 рублей минимум. Я, конечно, бесплатно сделал, но так сделать, к сожалению, нельзя. Ну ладно, короче, поехали. Посмотрим, как у нас будут рыжики реагировать на такое такси. В принципе, да. Ну, блин, сейчас рыжики могут спавниться где угодно, в принципе. И поэтому... Хз. Ну, там есть рыжики, но не знаю. Если что, поедем на разные вокзалы, на какие-то подработки, возможно... Еще куда-то. Посмотрим, короче. Так, тут рыжик напишу, вы бредите, потому что он МГшит. Как бы. Если он написал дать 3000, я бы ему дал. А так он просто бредит. Ну, типичный рыжик, хули. Так, короче, тут одна интересная тема появилась. Я ему пишу, что он бредит, он пишет, да ну нафиг. А, вы Кирилл Гейм, я пишу, так точно. Охренеть. Не МГш, пожалуйста. Хотя я сам про МГшил, типа, на то, что я ответил, что, типа, я это я. Ну да ладно. Блин, давайте дадим... Так, я ради вас... Ну, сейчас он, конечно, пиздит по-любому. Ну ладно, давайте дадим ему 10 тысяч. И поедем, в принципе, дальше. Искать рыжика какого-то. Так, нам какой-то чувак хочет сесть. Так, что он пишет? Какие-то странные все рыжики. Прям очень странные. Что? Ау, давайте напишем ау. Тачка, если что, открыта, блин, дай позже. Да, бля, чего вы мхэшите? А, вы бредите. Люди. Вот кто будет мхэш, тем я не буду давать деньги. Так, короче, на вокзале никого нету. Давайте посмотрим лесорубы. И потом вокзал Батырева. Блин, конечно, Батырева не хотел ехать, потому что здесь фризит и лагает почему-то. Давайте съездим сюда хотя бы, посмотрим, есть ли здесь кто-то. Да, здесь есть люди, но я думаю, такси здесь никому не нужно. Два гелика стоят, ну, нормально, что. Неплохой скриншотик получится, кстати. Оп. Заебись. Так, ну этот скорее человек в АФК стоит, ну то есть РП-сон, да, да. Прям на лесопилке решил поспать, дружок. Этот, наверное, так само, да? Ну ладно, чё, поехали на вокзал, потому что здесь никого нету. Я думал, это будет полегче на самом деле. Ну блин, если бы я увидел ламбу, такси за 50 рублей, я бы туда сел, на самом деле.
Потому что это ж лямба, блин, 10 лямов как бы. Я взял самую другую машину свою. Хотя монстр так само стоит, но монстр это не обычная машина. Это дорогая. Дорогой суперкар. Как бы. Ну ладно. Да, всем походу похуй на такое такси, в принципе, да. Я думал, будет больше, как-то хотя бы один человек нам сядет. Как бы. Калинка, давайте посмотрим, может, у нас вызов. Опачки, тапочки, поехали на вызов. Так, будем надеяться, что человек нас дождется, и все-таки мы сегодня кого-то подвезем, потому что это пиздец. Просто никому не нужна такое такси. Как бы, блин, в реальной жизни, мне кажется, каждый бы сел в такое такси. Так, казино в Южном, если вы далеко, то не... Ага. Так, давайте тогда подберем вот этого человека, казино Южного, хорошо. Погнали туда тогда. Так, а я могу... Все, погнали туда, погнали. Пиздец, просто, блин. Мост, опускайся. Он опускается? Фух, он опускается, блядь. Ну тут пиздец очередь, конечно. Да пожалуйста, ты нас дождался, да? Ты нас дождался? О! Такси Марсель, ебать. Ой, боже, какой даун просто. Ну и куда ты садишься? Уёбище просто. Просто рыжее уёбище. Куда ты сел? А? Куда ты сел, блядь? Куда ты, блядь, сел? Упиздок. Блядь, как меня бесит просто такие люди, просто, блядь. Просто долбоёб. Ну и куда ты сел? Ой, долбоёбина. Ой, пиздец. Я ебал этих рыжиков. Это пизда просто. Блять, от рыжая пизда просто разбила мне машину. Пайм, блять, ебал просто этого рыжика, блять. Да, давай текстурки, давайте, а заебись, конечно, блять. Чё может быть ещё лучше, блять, чем пропадание текстурок? Да, давай, лахи ещё, давай, всё сразу вместе. Бля, единственная надежда сейчас на водолаза, хоть кто-то здесь будет, кого нужно просто подвезти, бля, ёпту налево. Неужели никому не нужно такси в этой жизни? Ну серьезно, ну как? Ну почему, ёпта? Почему никому не нужно такси? Калинг? Хуй там плавал. Ну кидать объяву, это будет неинтересно, это будет банально, блядь. Начнется фуд в смс и так далее. Поэтому этого делать я не буду. Ну, что, ждем еще хотя бы минут 10, может кто-то вызов сделает. И мы хоть кого-то сегодня подвезем. Неужели никому не нужно ламба такси? Ну как это так? Пиздец. Опачки. Так. Это не тот человек, что нас выкидывал с машины. Только не видишь, это он. А нет, это не он. Так, куда? Куда? Куда тебя, дружище? Казино. Наконец-то хоть кто-то, блядь. Ёпту налево. Так, давайте. Как вам машина? Как вам машина? Давайте спросим. Может, он вообще без мопака играет, конечно. Ну, ладно. Фу, хоть наконец-то кто-то, блядь. Наконец-то. Хоть кто-то к нам сел. Это просто кайф. Ну, неплохо. У меня круче до инфляции. Прикольно. Сейчас подвезем его в казино. Вот рыжик едет в казино, пацаны, на ламбе. Что может быть менее пафоснее, чем это, пацаны? Я не понимаю. Все, ключа, так сейчас подъедем, подвезем его как надо просто. Заебись прям. Опачки, опачки. Так, а, гоночное такси. А какой командой ты работу начал на своей тачке? Да, там устраиваешься и потом садишься в свою машину и все. Все, заебись, короче. Объяснил нормально, блять. Мастер объяснений это я, ебать. Так, такси Марсель, ой, такси Ламба здесь, короче, да. Спасибо, удачного вечера. 155 рублей мы заработали за 3 километра. Все, заебись. Так,
Ну что ж, я думаю, на этом будем заканчивать, пацаны. Такая первая пробная серия. Если вам подобное понравится, то я буду это делать почаще на разных машинах. Поэтому ставьте лайки, пишите в комментариях. Ну и всем пока-пока. She was from the outside, I looked in the